Тульские городские электрические сети приняли участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, прошло рядом с созданием Тульского государственного университета. Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» уже четвертый год проводится в Тульской области. Мы принимаем в нем самое активное участие. Цель фестиваля – обратить внимание жителей России на вопросы энергосбережения, применения современных технологий энергосберегающих в быту и на производстве. Идея фестиваля состоит в том, что каждый из нас может принять активное участие в сохранении энергоресурсов с целью бережного отношения к окружающей среде. Тульские городские электрические сети, обеспечивающие электроэнергией практически 90% потребителей Тулы, в фестивале участвуют уже четвертый год. Со стендом компании «Эволюция приборов учета» ознакомился министр ЖКХ региона Олег Дючков. Он подробно осмотрел представленные экспонаты и с интересом выслушал информацию об истории развития приборов учета, а также о современных тенденциях в этом направлении. Вызвала интерес экспозиция и у студентов-первокурсников. Еще бы, некоторые счетчики использовались раньше основания тогда еще Тульского механического института. Сегодня мы представляем экспозицию приборов учета, техническую эволюцию приборов учета. Здесь представлены у нас счетчики, электросчетчики самого широкого спектра, от самых старых, раритетных, которые еще работали в царской России, до новых счетчиков, которые могут работать с системой Аскуй. Традиционно стенд компании вызывает повышенный интерес среди гостей мероприятия, не стало исключением и сегодняшнее событие. Студенты с удовольствием выслушали мини-лекцию об истории развития приборов учета и много полезной и важной информации, касающейся энергосбережения. Получили при этом студенты большой заряд позитивных эмоций. Посетили экспозицию компании совсем юные потребители электроэнергии, которым вручили подарки для творчества и сладости для хорошего настроения.